Привет! Сегодня мы находимся на фестивале StarCon. Все в Кабель-Порту. Первый раз здесь находится этот фестиваль. И это хорошо, потому что тут большое пространство, хипстерское. И мы тут, как главные хипстеры, сегодня будем тусить. Конечно, там душнилово долбанное, духотища. Лучше бы они сделали это вот на свежем воздухе, так какой-нибудь брусницы. Не было бы, конечно, круто. Но там места мало. Там есть и хорошая площадка, где можно потусить. И, ну, и, в принципе, здесь можно выйти, никто не запрещал. Конечно, уже это не тот StarCon, который был раньше, потому что много воды утекло с того момента. Он уже не самый крутой фест, который был в Питере. А теперь это такой уже обычный. А, тут огромный самокат поставили. Памятник самокату сделали. Какой дорогой поедете сегодня? Мы сегодня поедем дорогой на StarCon. Посмотрим, что они там нам сделали, какие стенды поставили. Ну, я уже посмотрел график и ужаснулся, то, что опять одни и те же стенды. Тебе не надо ехать? Мальчик, можешь подождать? Нет, мальчик, фоткайся. Мои дела не важные. Главное, дела детей, их семей. Не надоело делать одни и те же эти стенды? Нет, не надоело. И нам за это не стыдно, ни капельки за нас. А мне стыдно за вас. А нам не стыдно и никогда не было. Ну и давай свое коронное. Красавчик, пойдем разносить микробы дальше. Супер громко. Мы входим. Да, тут сразу сцену, но Андрюши нету. Самому юному участнику нашего фестиваля StarCon. Пойдем, ты сейчас громко, пипец. Пойдем посмотрим, где стенды у нас. Какое-то костюмированное. Да, у нас тут костюмированный бал. Это мы. А мы уже на StarCon пришли? Мы вон дальше. Это на StarCon? Нет, нет. А, здравствуйте. А, это мы не на StarConе, да? А мы на каком фестивале здесь? Не, это StarCon, да, все правильно. Но ну, а здесь? Вход у вас там. Я не знаю, что это. А, я тоже. Ну, я хотел спросить, что здесь? А, вот ярмарка. Ну, вы не к StarCon'у, да, приручены? Нет, не к StarCon'у. А, вы не StarCon, да? Ну, ладно. Ну, мы все равно посмотрим. Я думаю, вам это... О, тут можно зеркальце посмотреть. Смотри. Опа. Свет на зеркальце скажи вот так. Всю правду доложи. Все правильно. Отличное зеркальце. Я бы его купил, но оно, наверное, не продается. Продается. Продается? Блин, ну это круто, ребята, покупайте, сколько стоит? 8500. Сколько? 8500, оно откуда? Прямо из телека вышло этого? Ну, практически да. Из мультика, из как его, блин, из советского фильма? Из британского фильма. Британского? А это прям со съемочной площадки, что ли? Да, практически. Круто. Можно купить шерсть, яка. О, это какая из Вентура, як! Это в Ace Ventura было? Як, як. А сейчас? А я як. Як. Кашемир. Пашнина. А, я думал, пушнина, говорят, а не пашнина. Ну, это я каждый раз образовываюсь на фестивале. Made in Гималайи. О, с Гималаев привезли, круто. Это распродажа. Пожалуйста, покупайте. Вот я люблю такие, они очень приятно выглядят, я бы в них закутался. Духи, о, пробники духов, кстати, да, действительно, круто. Никогда не видел на StarCon'е пробники духов. Ну, теперь у вас есть возможность их протестировать даже. Отлично, какие ты любишь духи? Давайте что-нибудь понюхаем. Да. Можно что-нибудь понюхать? А что мы сейчас нюхаем? Это мы нюхаем жадок. Ну, приятные, приятные. О, а там этот шарик. Нанести, да. Да, намазываешь. Это не старые технологии, где надо пшикать, и тебе прям в глаз попадет. Пшикать у нас тоже есть. У нас есть спреи. А что лучше, шариковая или пшикалка? Да, как кто любит. Тут есть шлейф просто. Здесь есть шлейф, а здесь можно нанести еще твердые духи на кожу. Круто, круто. Как вам StarCon? Замечательно. Мне тоже очень нравится, мы только пришли, зелья какие-то здесь варят. Ну, к StarCon же все-таки. Зелья, да, у вас? Нет, не зелья, духи. А, тоже духи. Ну, отличные, кстати, вот эти фалкончики, мне очень нравятся. Классно сделали. Специально под фестиваль? Нет. А,
такой. А, у вас всегда такая? Да. Круто. А что за магазин? Листен. А, так и называется магазин. Селективные... парфюмерия, селективная. А что значит селективная? Ну, на масляных основах сделаны. Я помню термин селекции, только не помню, с чем это было связано. С каким-то размножением вроде или с... не помню. Ну, создаются, ароматы создаются из семейства. А, вот. Скрещивание, по-моему, это, да? Да. Вот, да. Я помню биологию, я не глупый парень. О, привет. Как вам Старкон? Мы там не были. А, вы не на Старконе, да? Мы случайно забрели, мы в восторге. Да? Вы не были ни разу? Мы вообще случайно увидели, что здесь происходит. Ходим вот так вот, разину в рот. Везет, потому что я уже 10-й год на этом фестивале, и уже достала мне эта вся фигня. Нет, для нас это все впервые, и очень прикольно, кстати. Ну, это круто, я хочу себе стереть память, чтобы потом прийти сюда и... Вы в роли кого? А я... Угадай. Это, кстати, тест на возраст. Из Терминатора. Ну нет, ближе. Нет? Не знаю. Остин Пауэрс. Доктор Зло. Не прошли тест на возраст, значит, он меньше 20. Спасибо за комплимент. Да, вам, кстати, наверное, спрашивают этот в магазине, сколько вам лет, когда покупаете алкоголь. А вы такие, у меня есть 18, но на самом деле нет. Есть. Да ладно, врать. Покажи документ. Ладно, шучу. Все, не парься. Ого. Port Place. Можно здесь сняться, сфоткаться на фоне фольги. Классная фольга. Мне очень нравится. Сразу свет передает всю мощь. Очень странно сделали, но необычно. Уже необычно. Все не в одном месте, а то есть павильон со всякой фигней здесь, а стенды-то где? Они здесь? А, ну вот, стенды здесь, а сцена там, не мешает, короче, не бум-бумкает тут. О, Агат, привет! Я не Агат, извини. Я Мискина. Я думал, ты Агат. Что такое? Что это у нас такое? Это микрофон, ты хочешь уже это... Не надо. В него кашель только что. Мой братишка. Как ваши дела? У нас хорошо. А вы пьете прохладительные напитки? Да. И с чем они находятся там внутри? Да, вата. Они безалкогольные? Да, вата. Жаль. Жаль, да. Как... Увлекательная игра. Пускать какие-то шарики из труб. Это космическая битва. А где Джоса Бонита? Джоса Бонита здесь. Я правильно сказал, да? Да. И раз я сказал правильно Джоса Бонита. Люблю Джосу Бонита. Я говорил все время Йока. Мне больше нравится Йока. Кто нравится? Йока Бонита. Понятно. Пожалуйста, значки. А зачем нужны значки? Это мерч, поддержку стенда. Если вам понравилось играть в наши игры, можете купить и поддержать нас. А зачем мне значок? Зачем? Просто носить красивые. Я не понимаю, зачем люди носят значки? Ну, им нравится. Вот, например, здесь у нас можно показать, что ты относишься к какой-то фракции из Вархаммера, из Звездных войн. О, я... себе звезду хаоса, и все знают, что ты хаосит. Все? Я вот не знаю, что это. Ну, кто знает, тот поймет. Ну, ладно, это для избранных, значит. Ну, я не избранный, я так... Ну, видишь, хорошо людям, которые пришли, только-только пришли. О, вот Йока Бонита. Да, обожаю игру. Поиграть. Йока Бонита. О, привет. Привет. Йока Бонита. Да, здравствуйте. Присоединяйтесь к нам, скорее. Вы меня ждали, да? Разумеется. Тогда я приду и расковеркаю все. Мы всех ждем. Отлично. Это долгая игра, да? Если бы я знал. Где-то минут, от силы от 10 минут до бесконечности. Садитесь. Беги отсюда. О, привет! Вы меня знаете? Нет. А, я думал, ты меня узнала просто. Просто интересный костюм. А, да, это у меня очень интересный, угадай. Я вот прям... Ты похож вроде какой-то чувак из... Блин, нет, я, наверное, не вспомню даже. Фильм «Остин Пауэрс».
А, еще лучше, я фильмы не смотрю. Блин, ну ты, конечно, пропащий человек, я тебе скажу. Фильмы не смотреть, это ж надо, а? Дожили, блин. Фильмы не смотрят. Жесть. Я в шоке. Надо убегать от них. Тут опять презентация «Настоящий герой» с этим Дукалисом. Мы уже это уже было как-то на фесте, на каком-то, на Эпиконе вроде, да. Я помню. О, привет. Привет, привет. Что скажешь? Что, нормально, прикольно? Прикольно, да? Да. А ты кого? Не забыл. Ну давай угадай, попробуем. Никто еще не угадал. А? Никто еще не угадал. Ну, я тем более не угадаю. Ты, наверное, любишь этот фильм. Я вообще как бы особо мало чего смотрю. Да, боже. Мне очень нравится ваше видео про фестивали. Да? О, я тебя тоже видел, кстати. А, мы же с тобой были, знаешь где? Геншин, да. Да. У вас очень крутые видео. Спасибо. И про пиво тоже. Мои любимые все видео. Спасибо, спасибо. Мои поклонники. Он самый лучший. Мои поклонники. Да, я поклонник. Star Wars. Чё? Red. Red Fisting. Red Fisting? Нет. Красный фистинг. Это где-то в другой стороне. Red Fist Clan. А, так фистинг клан. А фист что такое? Кулак. Кулак? Кулак. Кулак. Кулак, ну, красного кулака. А, ну вот, видишь, фистинг, то есть ты кулаком туда фигачишь, все правильно. С фистингом это двумя этажами ниже. Там ад. Ну вот правильно. В аду суют кулаки тебе в зад. Вы тоже любите фистинг, да? Нет. А где у тебя выходит звук? На поясе. А ты тоже любишь фистинг? Нет. А что ты любишь? Сложно сказать. Ты так классно вдохнул. Ой, прям вспомнил самые лучшие события. В аду где-то делают фистинг за 300 бакс. А сколько там стоило, кстати? Где? В аду. В аду? В аду бесплатно. Ба, мы тут 300 бакс платим. Ты. А где звук, который должен быть? Ты. Надо стоять, короче, и озвучивать. Да, можно. Тебе нужно озвучивать. Да, сейчас. Давай. Ты даже не знаешь звук. Я не помню все звуки. Я тебе сказал. Ты. Все, отлично. А ты знаешь звуки, да? Нет. Блин, ну как? Можно? Я сейчас. Да, врубай звук уже. Сейчас. Не сканинг, как там? О, ты. Слышишь, да? Да, я знаю. Послушай хорошенько, чтобы запомнил. Ты. О. Ну вот это да. А, да, давайте, да. Ты да. Тоже запоминай. Ты. Повторяй. Ты. О, отлично. Чпок. Оскорбительно высокая. Ой, веселая игра. Вы играли в чпок? Нет. Карманный чпок. Мы сейчас ее только купили. О, май. Вы будете чпок. И не одни, а в компании. О, май. Чпок в компании. Это круто. Про алкоголь есть, но алкоголя у нас нету здесь. Мы могли бы сразу поиграть здесь с алкоголем. Ну, настольные игры, ребята, это такая тема. То, что надо вживаться в роль. Поэтому, чтобы играть в алкогольные игры, нужен алкоголь, но тут его нету. Вот был бы здесь стол, и они бы вот так поставили его. И здесь бы было пиво. Ну, ладно, не пиво, хорошо, ну, водочку. Водочку поставили. А вы бы играли в алкогольные здесь игру? Настольную игру. Прямо сейчас, наверное, нет. Ну, вообще, вот если бы стоял стол, тут была водочка, и вы такие, оп. Ну, может. Просто есть алкогольные игры. Штуки 3, по-моему. Окей, буду иметь в виду. Как в них здесь играть? Вот я захочу поиграть сейчас в них. И как я буду в них играть? Алкоголя-то нет. Хороший вопрос. Это алкогольные игры без алкоголя? Ну, это кал. А? Это кал без алкоголя. Ну, да, получается, да. Получается, да. Получается, да. Головоломки. Головные ломки, да, здесь? Или что это, зараза? Настольные игры. А, это настольная игра. Я думал, это да, головоломка, которую надо собирать. Ну, тогда неинтересно. Это интереснее, чем головоломка. Думаешь? На самом деле. Знаю. А ты уже играл в нее? Конечно. Эту заразу. И что там?
В заразе надо покупать болячки, болячки покупаются за симптомы. Симптомы можно обменивать у друга, обменяясь, например, свою диарею на температуру. А какими ты болячками обменялся со своим другом? Мы с друзьями обмениваемся обычно диареей. А что ты, его облизываешь, что ли, ему зад? А это куда-то выложится? Естественно. Нет, вы обмениваетесь болячками только картами. Зад облизать не обязательно. Не, если вам, конечно, нравится, то вы можете облизать чей-то зад, подцепить чью-то болячку. Но обычно это делается только на картах. Я люблю с другом обмениваться болячками. Любите? Ну, вот тогда зараз для вас. Ну, мне бесплатно можно. А тут за деньги надо. Бесплатно только сыр в мышеловке. То есть ты платно заразишься от него? Да, платишь деньги, заражаешься весельем и позитивом. Ну, мне тоже весело сначала, а потом, как зараза прилипнет, потом уже ни хера не весело. Это веселее. Она прилипнет, не отлипнет. Всю жизнь будет весело. Книжки продают, комиксы. Это комиксы, да? Настольные ролевые игры. Настольные ролевые игры – это когда, ну, то есть настольная игра. Ты сел, у тебя есть, не знаю, поле, да, у тебя есть фигурочки. Настольная ролевая игра – это когда у вас, допустим, 5 человек, один из них ведущий, а остальные игроки. И ведущий говорит, вы типа там... ДНД. Типа ДНД, условно, да. Но у нас... А зачем? Правила. Это такие правила огромные. Да. Это еще правила. Огромные правила, допустим. Воу, Baldur's Gate играл просто. Baldur's Gate это сделано... Это кал. Это кал. Не играть в этот кал. Отвратительная игра. Просто. Пятому ДНД. Я сегодня немного большим лучшим закосе, чем обычно. А ты? Югио, да. А, да, да. Не похоже? Я не знаю, я не смотрю аниме же. Смотришь? Как так-то? Это кал. Да. Запомните, малютки, аниме это кал. Классный образ вообще. Угадай. Этого, да? Что это? Кислород какой-нибудь. Ну это космонавт, нет? Космонавт. Нет, это Oxygen Not Included, нет? Остин Пауэрс. А? Доктор Зло. А? Тест на возраст, никто не проходит. Все меньше 18 получается. Да. Особенно мне. О, чувак отдыхает. Хороший стенд. Братишка, хороший стенд. Что за стенд? The Elder Scrolls старый. А, опять Elder Scrolls. Что-нибудь новенькое есть в Elder Scrolls? Или опять как обычно? Пещера? Не знаю. Я тут новенький. А что ты лежишь-то, кстати? Отдыхаю. Нормально. О, лавка имени Тодда Говарда. Вы уже купили Starfield? Нет. Ну и не покупай, это кал. Пипец. И надеюсь, его сделают просто. Отвратительно. Я вообще без понятия о чем. Да и ладно, не заговаривай. Тодда Говард опять всех нагрел на бабло. Что можно на нашем стенде? Не забудьте спросить разрешение о тесном объятии или возможности потрогать вещи. А есть возможность в объятии или потрогать вещи? А какие вещи? Какие-нибудь. Какие-нибудь. А возможность в объятии? А, ну, если только на чуть-чуть. Я хочу надолго. Надолго? На ночь. Сколько стоит? А, извините, мне жена не разрешает. У меня тоже жена есть, она мне разрешает. Ну, ладно. Ты не та жена. Ну, вроде мужчина, поэтому с мужчиной мне можно. Можно? Можно, да? Давай. Давай. Все. А ваше зелье? Да, и все, пока всем. Ну, у меня еще А потрогать вещи какие можно? Ну, не знаю, можно немножко. Вот этим можно потрогать? А так? Нет, это нельзя. Вот это нельзя, да? Ее. А что можно? Вот это можно? Можно перышко потрогать. Перышко трогаем. Да. О, да. Хорошее перышко? Да, класс. Им еще можно щекотать, но, увы. Я люблю щекотать, кстати. Да? А вы щекотаете кого-нибудь? Нет. А, надо щекотать. Только зачем? А, у вас есть этот муж, парень? Нет. Когда будет, надо будет щекотать. Зачем? Блин, в смысле зачем? Ну, игры там всякие. Какие игры? Сексуальные. Не думаю, что щекотание входит в список сексуальных игр. Ну, видимо, плохо знаете сексуальные игры. Ну да. Надо узнавать. Получается, да. А, у вас, я вижу, есть сексуальные игры. Конечно же. На пустошах мы очень любим играть в сексуальные игры. О. Сначала играем, а потом едим то, что не доигралось. Заходите к нам. Копрофил. Что, простите? Копра. А, да. Дырка тут. Какая-то дырка. Что за дырка?
Дырка. У меня есть такая не классная дырка. Да, я имею. Glory Hall, знаешь? Есть пошлая шутка, но у меня тоже озвучивать про дырки. Давай, ладно. Это дырка чьей-то мамы, явно. О! Хорошая шутка, кстати. Да. Мне тоже нравятся такие шутки. А я подумал, что это Glory Hall. Знаешь, что такое Glory Hall? Да. Это главное, что ты знаешь. Ты потише, тут рядом девушка моя стоит. А вы знаете... Нет, она не знает, только я. Что за дырка-то? Это волшебное зеркало. Оно иногда светится, но пока что оно не имеет такого настроения. Сейчас все будет. Светится, да? Светилось? Ну, чуть-чуть, может быть, немножко. В этот раз даже не One Punch Man. Да. Какое-то разнообразие это радует. Да, у меня, кстати, много костюмов, но я на них забил. Ага. Поэтому мне пофиг. Что ж, жду на следующих мероприятиях другие костюмы. Я тоже бы хотел, но мне лень что-то делать. Фотозона. Девушка фоткается, пожалуйста. А это Warhammer. А, Warhammer, все. Я уже узнаю. Узнаю. Уже сколько фестов прошли, я только сейчас узнаю Warhammer, потому что одно и то же практически. О, Ваня, господи! Я не узнаю вас в гриме. Здорово, космонавт. Здорово, здорово. Ну чё, а ты на стенде, да, здесь? Да, вот наш стенд. А чё за стенд? А, Обитель зла. А. Восьмая часть Resident Evil. Точно. Короче, ну тут опять все те же самые стенды. Практически те же самые. У нас просто апгрейд на две зоны больше, ну и... Они даже не запариваются, как-то поменять что-то. Нет, у старички появились звездочка, ой, огонек Starfly, который появился прикольный. Москвичи приехали. О! Ну, правда, они звездочки. Пойдем их обосрем, что Москва говно. А мы живем в Питере, в самом крутом городе в мире. Где самые крутые фесты проходят. А в Москве кал. А, ну вот, пожалуйста, иконы. Можно поклониться вот этой женщине. О! Знакомые люди. Славяне. Привет, славяне. Да, гей-славяне. А ты кто, не славяне? Славянин, конечно. Вот, смотри. Чистый, чистокровный славянин. Равняйтесь. Да. Да, шутка, конечно. Шутка, конечно. Да. Не равняйтесь. Ой, блин, я перестрался. Видишь, да. А славяне не боятся. Любитель дырок, все ищешь, да, побольше. О, еще одна дырка. Вау, это, конечно, побольше. Я, кстати, был в этой дырке уже, я помню. В этой дырке я уже побывал. А где гольф? Он меня обманул. О, нет, нет, газ пустили. Газ пустили. Хотят, чтобы я больше не ходил на фест. А, это что, в классике играть? Ну, классики. Детская кошачья игра. Детская кошачья игра? Ну, конечно, это у вас, у людей, две конечности. У нас четыре. А как в нее играть? Посмотрите. Две передние лапки ставим. Так? Нет, вот сюда. А? Одну переднюю лапку сюда, одну переднюю лапку сюда. Одну заднюю лапку сюда. Жестко, жестко. А как вы хотели? Владеев только так. Я вспотел. Вы пробовали в это? О, нет, еще. Я сейчас переоденусь и попробую. Давай. Ой, жесть. Давайте кого-нибудь попросим, чтобы помучился тоже. Братишка, пойдем в игру поиграем кошачью? Он сначала мое испытание будет играть. А, ну давайте я у него... Да нахрен тебе это испытание, вот это круче. Смотрите, у нас появилась сильная девушка. Я не космонавт. О. Я не знаю, у нас у котов так не одеваются. Да ладно, космонавт. Я пошутил. Смотрите, у нас есть
ставим две передние лапки сюда. Ага. Бегите, пока не поздно. А то потом не отвяжетесь. И на старт. А теперь вот отсюда перепрыгиваем вот сюда. Две передние лапки сюда. Прыгать надо. Вы не сказали, что надо было прыгать. А вы сможете? Да. Я бы прыгнул. Я бы прыгнул. А вот теперь все. Отлично. А теперь две задние, одна передняя. Отлично. Две передние, одна задняя. Ой, ну она сказала прыгать. Мне она не говорила прыгать. А вы говорите, не получится. Она не говорила прыгать. Здравствуйте. Где? Ну черт, как же? Где? Ты же замечательный был, Вовчик. И зато Микхарта, ты Вовчик. Песни. Вовчик, да, ты же да. Был замечательный. Да, ну он потерпел неудачу, этот костюм. Слушай, это очень большое огорчение. Подвесочки всякие, свечечки. Что еще тут интересного? Мыло? Это мыло ведь, правильно? Мыло есть же? А, только свечи, понятно. Мыла здесь нет. А где у вас мыло? Мыла у нас нет, у нас только свечи. А где здесь мыло? Я не знаю, честно, не видела. Ну ладно, ладно. А надо было свечу в форме аниме какого-нибудь женщины. В следующий раз надо мыло? Свечу. И мыло, и свечу. И мыло? И мыло обязательно. Мыло. Я бы купил мыло. Так, у вас его нет. Нет, мы не специализируемся на мыле. А, ну ладно. Ну книжки опять, книжки. Но мы не читаем книжки. Мистер Вечный Канун. Вечный Канун чего? Хэллоуин. А. Хэллоуин. Все. Привет. Можно, можно. Я с своей башни смотрю ваш канал. Ой, спасибо. Мне и драконихи очень нравятся. А дракониха это кто? Дракониха? Так она же меня охраняет. Что? Меня она отпустила. Отпустила только вот на Старкон на 2 дня и сказала потом домой. А все, я все еще жду своего прекрасного принца в башне. Но на Старкон вот попал. О, нифига себе, новый завоз фигурок, которые сейчас будут распродаваться с молниеносной скоростью. Привет, привет. Привет, Денис, привет. Ну что, у тебя новые... Да, в этот раз новые. Побольше взяли, разных новых сделали, которых не было в прошлый раз. Вот, и в целом расширили ассортимент того, что предлагается на быструю продажу. Я смотрю, у тебя дело идет хорошо. Ну да, нормально, нормально, в этот групп. Популярный парень. Первый парень на деревне, да. Да, с фигурками. Именно так, именно так. Класс. Не стыдно замуж выдавать-то? С приданым. Да, не стыдно. Ну, рад тебя видеть здесь. Я тоже, да. А ты кто сейчас? Угадай. Тест на возраст. Тест на возраст. Никто не проходит еще. Ну вообще, я должен его пройти, потому что мне 30, но я не знаю, кто. Остин Пауэрс. А, да. Все так говорят. Блин, ну я, камон, да. Я не исключение, да. Можно подборку потом сделать. Понюхай меня. Ах, хорош. Как дела? Как все? Чимин? Ой, здравствуйте. Это кто? Это Панчан из Stray Kids. Тьфу, блин, я думал, это Чимин. Как вы различаете? По телосложению, по глазам, по носу, по пальцам, по уху, по губам, по голосу. По губам бы по ему дать. По поведению. Понюхай меня. Я понюхал, кстати. Нет, вот это надо. Блин, а я это нюхал. Нюхайте другое. Вот это, я бы здесь понюхал, но что-то как-то неприлично, все-таки мы в культурном городе. Сейчас понюхаю. Панчанчик, дорогой, я бы так пах. Отличная, отличная вещь, которая нужна на фестивалях, это подъемный кран. Вот, немножко в пыли, но я думаю, это ничего страшного. Dino 105T. А это ваш, да, кран? Да. Зачем вы им пользуетесь, для чего? Зачем? Ну, для чего вам кран? Как вы думаете, для чего используется кран? Ну, вешать сережки, что это? Можно и так. А, кольца. Браслеты.
Вот кольцо написано. Колечки. Все, понял. А, о, это та самая, я помню, на ВК-фесте это было. Вот эти азбука Морзе, но это надо носить бумажку и показывать, что у тебя здесь написано, потому что никто не поймет. А тут где-то было «иди в жопу», такое было, я помню. Вот она? А, вот она, «иди в жопу», вот. И ты только показываешь, а ты говоришь, что ты показываешь. А я показываю «иди в жопу», вот у меня, вот у меня бумажка, пожалуйста. Что этот браслет показывает «иди в жопу». Да, именно так и есть. А, фигурки, я помню эти фигурки, мы уже не раз их снимали. Да, вот эти первый раз, да? Крутилки клевые, кстати. Самое дешевое и самое удачное решение, которое было принято в последний момент. Мне тоже нравятся крутилки такие. Так, а это что такое? Как это называется? Как это называется? Это стенды. Стенды? А куда их ставить? На полке. Хотите на стол, хотите на полку поставьте. Стенды. Крутые слова. Стенды. Я думал, вот это стенды. А это тоже стенды получается. Круто. Стенд. Я поставил стенд. Вы видели мою коллекцию стендов? Вот у меня, пожалуйста. Вот. А, это не мыло, блин. Я хотел сказать, вот мыло, а это эти бомбочки для ванны. А мыло есть? Нет. Блин, опять мыла нет. Можно бомбочку для ванны в виде этого. Здравствуйте. А что вы продаете? Кей-поп мерч. О, боже! О, май! О, дайте покажу. Я должен показать. Вот это да, блин. Вот это мужчина. Господи. Я уже хочу этого мужчину. А как его зовут? Кай. Кай, чё Кай? Ну, потому что это псевдоним такой. Это Кай. Да, просто Кай. И он корейский кей-поп. Да, корейский. А чё он исполняет? Музыку. Какую? В жанрах может. Кей-поп? Да. Неудивительно. Я знал. Видите, опять музыкальные шкатулки. День сурка. Привет, привет. А, день сурка, да? Что бы это ни значило. Мы находимся в дне сурка, когда мы приходим опять на фест, и одни и те же все. А, ну это да. Мы застряли во времени. Надо что-то менять. Ну, в этот раз уже не голые девочки, а вот как-то более цензурная картина. Я рад. Ну, тут все те же, на манеже. Да-да. Голых все раскупили. Потому что это популярная вещь. И то, что вы подумали, тоже. Мы находимся на аллее авторов. 4 равно 5. Запомните это навсегда. И никогда больше не спрашивайте, почему. Кепочки. Крутые кепки, йоу, можно стать рэпером здесь, без смс-регистрации, с этими вот классными футболками, со Шреддером. Со Шреддером, кстати, круто. Привет. Шреддер, крутая футболка. Спасибо, я художник Виктор Рогберн, рисую футболки и логотипы для киберспорта и прочего. О, киберспорт, это круто. Ну и не только для спорта, да, и для бизнеса, в принципе, ну стиль вот такой вот. Ну, короче, и типа... А, нет, кепочки. Да, и кепки. А кепки типа рэпер, йоу. Ну, не обязательно, я металлист. А, так надо было кепочки металлистские сделать. А ты вот так назад оденешь, и тем более, смотри, black metal логотип. Точно, да, точно. Ладно, я просто не заметил название. А, вот название. Я на кепки смотрю, а название не вижу. Рогберн. А, вот это тебе, кстати. Рогберн? Да. Виктор. А вот это тебе. Это вы Виктор, да? Да, да. Здравствуйте, Виктор. А на что логотип? Да для чего угодно. А, просто логотип. Вы сами делаете, да? Да. Я же рисую логотипы на заказ. Все, понял, да. Пожалуйста, фигурочки с космонавтами какими-то, да? Что это такое? Это керамика, ручная работа. А что она изображает? Просто, да? Ну, как просто. Изображает наше будущее. Наше будущее в скафандрах? Определенно. Скоро на нашей планете не останется места, и потребуется искать новые. Как раз есть история про этих космонавтов. Можете поинтересоваться в Инстаграме запрещенном Российской Федерации или ВКонтакте. Ну, запрещенно мы не заходим. Тогда зайдите ВКонтакте. ВКонтакте Мими Керамик. Ну да, неплохо. Главное, что мимичные. Все названо своими именами, собственно говоря. О, это комиксы Бабл. Точно.
Ну, мы не читаем комиксы. Привет, привет. Опять снимаете? Опять, да. Ну, что ты теперь покажешь, какую часть тела? Знаешь, как бы сказала моя пиратская, опа, я покажу просто саму себя. Класс, ты уже все показала. Полностью, а ты уже все показала. Да? Так что... Здрасте. Такой вопрос в деньгах? Да. Похоже на подставку под мышкой, да? А? Подставку под мышку? Для мышки, да. Коврик, ну, коврик. Да, коврик для мышки. Отлично. А кто... Сериалы «Благие знамения». Я просто не знаю, кто сейчас пользуется ковриком для мышки. Ну, пользуются люди. Да, да. Я просто как прошли вот эти времена, где колесико было, все, уже никогда ковриком не пользовался. Поверьте мне, ангелы пользуются. Ангелы? Да. Какие? Из «Благих знамений». А. Вы не в курсе про эту вселенную? Нет, конечно. Терри Пратчетт и Нил Гейман. А. Нет, совсем-совсем. Увы. Стоит посмотреть и почитать. Но. Чисто английский юмор. А, ну английский юмор так круто. У меня тоже юмор. Я тоже своего рода английский юмор. Здрасте, здрасте. А, помню, да, прекрасную вот эту блестящую, завораживающую стенку, которая прям манит меня. Да, да, очень круто, очень круто. Ни разу не пропущу этот стенд, что бы там ни было и кто бы там ни был. Продают препараты. Препараты? Препараты. О, слушай, ну, типа они препарированные. Настойки, настойки. Жуки всякие. Понятно, почему тут столько людей. Ну да. Все хотят посмотреть на жуков. Никогда не видели жуков. Настоящих-то. Да, консервированных. А вы сами консервируете, да? Да, конечно. И вылавливаете сами? Ловлю насекомых, а рептилии, птицы, это либо от заводчиков, либо найденные на дорогах, сбитые. Вы на дорогах находите? Да. Раздавили кого-то и вот положили? Нет, не я, до нас. Ваш муж? Нет. Раздавил, когда ехал он домой? Нет, это случайные люди. Случайные люди раздавили, такие, присылайте нам сдохших, раздавивших. Раздавили вы, например, кто это? Это рыба, немного. Ну, вы вряд ли ее раздавите. Если она только не выпрыгнет, конечно. Крабик. О, крабик. Можете крабика раздавить так. И такие, ой, блин, надо отнести в эту. Чтоб они в банку закатали ее. Вы будете что-то покупать? Конечно. А куда будете девать ее? Поставлю дома. А если она разобьется? Ну, ничего страшного. И будете потом собирать? Я налью туда спирта. А, кстати, что за вода там? Спирт и глицерин. О, можно выпить, кстати. Ну, да. Я не пью, я бросил. Да ладно, потом сорвешься, не бери. Но настойка на ящерицах, она полезная. Да, кстати, да. Это я знаю. Ну, потом такой, от девушки такой. А, дорогая, а где у нас... Мне пока нельзя. Куда вода? Вы испарилась, что ли, вода из этой штуки? Ну, спирт можно всегда найти, подлить туда. Да, испарился, конечно. Это же спирт. Иллюстрации, как будто Дарья Донцова. Что иллюстрации? Вот книжки, я смотрю, книжки, как будто Дарью Донцову. Потому что одно издательство выпускает. А, то есть у них один этот художник? Нет, художники у них разные, но стиль оформления обложек одинаковый. Прямо в детство окунуло меня это, когда я заходил в книжный магазин, а там Дарья Донцова была. Да. Ну, что можем, то пишем, печатаем. Круто. Да, спасибо. А вы прямо из того издательства, да? АСТ, Альфа-книга и Ренами Питерская. То есть они все вот издают вот эти, типа, Дарья Донцова? Это мои книги, которые они уже издают. Дарья Донцова, она детективщик, а я фантаст. А вы с ней знакомы? Лично нет. Ну тогда ладно, хорошо. А вы хотите познакомиться? Ну, возможно, когда-нибудь и познакомлюсь, потому что мы на выставках постоянно... Сравнить ваши обложки. Да, можно будет, конечно. Да, да. Думаю, да. Но у вас хотя бы твердый переплет. А то там, а там обычный есть такой. Вот такими они мягкие переплеты. Вот они. Ну то оно лучше выглядит, чем обычный. Да, конечно. Ну вы, конечно, лучше, да. Согласен. Ну, короче, ребята, мы не будем сейчас здесь долго задерживаться, потому что здесь практически всегда одно и то же. Поэтому надо посмотреть, чего мы не видели. О, Cyberpunk. Cyberpunk, фигуру. Не статую, как скульптура, блин. Здравствуйте, а вы сделали эту скульптуру? Нет. А кто? Не знаю. А его здесь нету. Вы про вот эту скульптуру? Да. А, он есть? Здрасте. Хотел сказать, круто сделали.
Благодарю, спасибо большое. Прям сегодня, да, ее делали? Или уже? Часа два с половиной лепил, но как? Сейчас продолжу. А, это еще не закончено? И это еще не финал. Круто. Не финал. А, вы лепите именно? Это прям в процессе, то есть ничего не было. Подождите, как, а как начинается? Как начинается? С чего начинается? Там каркас, пеноплексовая болванка. И налепляете очень просто. Очень грубо. А потом вот мешочки, вот в этом мешочке глина. И а, все. Понял. И... Круто. Круто смотрится. Спасибо. Мне нравится. А это Cyberpunk? Да, это Cyberpunk. Тот все. Самый Джонни. Все, все. Значит, я правильно угадал. Маска страшная тут. Кто страшнее, я или Маска? Маска. Хорошо, спасибо. Спасибо. Да, здравствуйте, здравствуйте, как ваши дела? Guns N' Roses здесь с нами. Не Roses, а Roses. Я, с вами есть я, Саша. Привет! Давно не виделись? Давно не виделись, да. Что тут? Что ты стоишь, присядь. Куда? На жопу. Толково придумано. Что у тебя тут, изменилось что-нибудь на стенде или такой же? Смотри, есть лунный гольф. От нас хотели лунный гольф, мы сделали лунный гольф. Но на самом деле, ребята, я только лампочки там делал. А. Вот, сегодня с утра. Круто. Но ребята сделали основную работу, они супер молодцы вообще. Тебя рисовали? А, нет, видишь, у него руки нету, а ноги на месте. Я думал, мы отошли этот... Вы кибербомж? Да. А что для вас докопаться надо? Чего? Говорят, буду квесты для вас докопаться. Я тут даю интервью, пошел вон отсюда. Не-не-не, иди отсюда, все, ты надоел. Ты не надоел. Я сейчас Давида позову. Сейчас Давида. Один из наших лидеров. Давай, иди сюда, иди сюда. Что ты хотел сказать? Мне сказали, квест докопаться до кибербомжа, и дальше ты получишь задание. Нет, я просто бомж. А кибербомж? Я обычный бомж. А кибербомж? Я бомж из 90-х. А кибербомж? Привет. Привет. Я бомж из 90-х. И как оно? Дерьмово, чё? Фак. Валяюсь по помойкам, как свинья. Жизнь моя наперекосяк. Канализационный люк – моя дверь. Кто я, по-твоему, теперь? Лунный гольф видел? Да. Ракету видел? Да. Старкон теперь – это мы. Это... Да ладно, ладно, шутка. Сыграй. А... Старались, блин. Надо было Starfield делать. А, сделаем, сделаем, все сделаем. Начинаем с малого. Заткнитесь там, мы интервью даем. Да. Между прочим, серьезные люди общаются. Давид, я тебе еще... Смотри, смотри, подожди, подожди, подожди. Можно вот туда камеру? Давай, фигач. Бьешь, как девчонка! Под музычку. Да! Как девчонка! Бетономешалка! Мешает бетон! А он бьет как девчонка! Ладно, давай придумай что-нибудь еще. Че пьешь? Колу. Дай мне попить. Шесть? Нет. Я жадный. А че вы поедете тут? Да. Ремонтируем оборудование. Кого? Ремонт. Готово. А, у вас тут место ремонта? Че еще делаете здесь? Я сегодня не в форме. А, ну ладно. Ну пока так. Пока. Вот колба. В нее бы самогончик бы налить. Потом бы его попить. Самогончику бы сейчас. Экономите электроэнергию. Понятно? Это вам не это. А вы экономите электроэнергию? Да. Это правильно. Потому я что... Молодец. А? Я молодец, я экономлю. Да, да. Нужно экономить. Запомни, будешь одна жить, будешь экономить. А то потом денег не наберешься. Я и так стараюсь экономить. Вот, все, все правильно. Все правильно. Правильно ему учат детей. Здорово, пацаны. Как вам фест? Отчислительно, я тебя знаю. А, ты меня знаешь? Блин, надо скрываться уже. Как тебе? Я вообще за твое творчество, честно говоря. За мое? Да. Отлично, отлично. Ну тогда что-нибудь скажешь, что скажешь? Я скажу, что ты офигенный чувак. Спасибо, спасибо. А ты что скажешь? Не знаю, фест как фест. Я тебя помню, ты очень старичок прям. Да, фест крутой, много всего. Фест какого, с 13-го, 14-го года ходишь? Какой я, с 2002 года хожу. Бля. Да. Фига ты. Вот так вот. Это... Ну, понимаешь, на если, таких... если на фест не ходить, жизнь будет скучная и однообразная. На таких держится. А то...
которые выкладывают свои бабки, не знаю, нафига это надо, но надо. Ну да, да, согласен. Вот, без этого никак. Согласен, да. Ну, у всех гольф какой-то получается. Отличительная особенность Старкона – это гольф. Ну, что я могу сказать? Хожу здесь сейчас на фесте и хочется сказать, что очень напоминает в Линэкспо. Как будто я в Линэкспо. Так, навевает такие воспоминания. Но что отличает от прошлых? Нету моих друзей. Никаких. Никого нету. Есть только люди, которые меня знают, что мои ролики смотрят. О, привет. А я думал, вас всех убили. Нет. Нет. Мы живы. Что жили? Нет, мы живы. Мы живы? Живы. Надо вас опять... Можешь повторить? Не-не-не-не-не. Это не тот период, о котором вы думаете. А, да? Не да. тот? Фух, ладно тогда. Мы совершенно другая эпоха. Ну, мы тоже можем повторить и эту эпоху. Нет, нет, нет. Мы ваши союзники. А, ну ладно тогда. Все тогда. Угадаешь, откуда это? Из космоса? Да, я из космоса. Я из Германии прибыть. А-а-а. Давай сейчас спрошу, а ты потом скажешь. А-а-а. Ну так, я Остин Пауэрс. Очень приятно. Я Иван. Очень приятно, да. Я из космоса. Все. Здорово. О, привет, привет. Давай так. Я люблю смотреть твои видео. Ой. Смотрю каждое с удовольствием. Спасибо, братан. Самые честные интервью, осмотр территории и прочего. Осмотр территории, да. Я люблю осмотр. Сегодня Иван Пачмин, я так понимаю. Да. Ну ты не знаешь, это Austin Powers. Я тоже не знаю. Да, да. Спасибо. Я даже и не спрашиваю. Тоже есть гольф, но он меховой. Меховой гольф. Лол. А что у вас за прикол сейчас с гольфом? Здравствуйте. Он красивый. Он прекрасный? Нет, просто у всех гольф. Прекрасный гольф вместе с триблами. Вот. Почему у всех гольф? Это было требование к стендам. А, да, прям сделать гольф. Обязаны? Да, потому что есть такой специальный это квест от Старкона. Почему? Как вы думаете, просто ли сделать гольф, когда ты никогда в жизни не делал гольф? Ты не знаешь, что такое. Есть видосики на Ютубе. Ну, все очень сложно. Оцените по 10-бальной шкале, получилось ли у нас? Очень необычный гольф. Да. Мне нравится. О каком трибл, который является препятствием на дорожке? В смысле, меховые шарики? Меховые шарики – это трибл, это живые существа. А, я не знаю, что за трибл. Печально. Но они очаровательные существа, когда соприкасаются с человеческой кожей, они начинают порчать. Понял. Как кошки. Главное их не кормить, иначе будет беда. А что, они вырастут большие? Они вырастут много. Они будут плодятся, да, как таракан? Плодиться, да. Ну, да. Сначала их было всего два. Все, да, сейчас да, их уже сначала много. Их было всего два. Класс. Потом мы их покормили, и, как видите, мы не уследили. Вижу, да. Главное, больше не кормить. И вы тоже, пожалуйста, не кормите. С рук не кормите. С рук? А что такое с рук? С рук – это с ладошек. А что такое с ладошка? С ладошка? С ладошка. Ну, с рук мы поняли. Сладость сладость такая. А, все, понял. Ваша специальная сладость. Наша специальная сладость – это вулканская сладость под названием соленость. Толково. Люди все-таки верны своему делу, своим персонажам, своим любимым героям. Что я могу сказать? Давайте зайдем сюда. О, класс. Я классно здесь выгляжу, да? Посмотрите на меня. А, это не оттуда. Привет. Привет. А ты профессиональный фотограф? Нет. А, слушай, а как давно занимаешься фото? Что? Как давно фото занимаешься? Ой, трудно сказать, но очень давно. Не помню даже. А на фесте что делаешь обычно? Просто фоткаешь? Ну, на разных фестах иногда... Фоткаю, иногда к стенду подхожу, иногда просто общаюсь. Ага, понял. Давай, ладно. Смотри, если по-честному, я просто для себя фотографирую, для меня ничего особо не... Я понял.
Я так и думал. Ничем особенным, как раз если я хожу, чтобы расслабиться, ничем особенным не заниматься. Я так и подумал, да, ладно. Привет. А чей союз? Ничей. Кто его привез? Организатор Старкона. А зачем? Это элемент, к которому можно подойти и пофотографироваться. А куда зайти-то? Он весь огражден. Нет, вот как раз видите, большой человек стоит. А, а ну-ка уходите отсюда. Да ладно, ладно, пойдемте с нами, сфоткаемся, и не обижайтесь. Пойдемте, сфоткаемся около Союза. Вы хотели быть космонавтом? Нет. А это, сесть в Союз и полететь на другую планету? Нет. Хотя нет, бы на космическую станцию? Нет, зачем? Ну, посмотреть, что там. Да, на Земле хорошо. Да, ну, я тоже так кажется. Ну, я бы один разок бы слетал, наверное, потусил бы там. Да не, я высоты боюсь. А, ну тогда ладно. Тяжело падать придется. Да, да, да. Чем больше шкаф, тем больше падает. Супер камера. Она супер старая. Да он не снимает, наверное. Не настоящая камера у него. Не настоящая? Настоящая. Можно вот так взять и бамать. А что снимаете? Репортажик. Репортажи? А на какой-то канал? Я пока не буду об этом говорить. Хорошо. Секретная информация. Лет 25-30. А я уже вижу, да, она такая. Но при этом все нормально. Я думал, это косплей на оператора. Нет, нет, косплей нафиг. Косплееры все, они очень странные люди. Да. Я их боюсь. Да, сильно. Я тоже их боюсь. Лучше им со мной не встречаться. Да, а то ударите камерой еще. Но у меня камера маленькая, так что не ударишь особо. Ничего себе, кого я вижу. Привет. Ну, теперь вот людей. Да, я знаю, я же смотрел ролики его. Слушай. Я тебя смотрю еще со времен, когда ты вместе с этим был. С Крёсаном был, да. Когда цыган, вот это все круто. Моя жена просто из Казахстана. И мы когда смотрим, типа, когда ты в Актобе приезжаешь, мы такие, о, в Актобе, а мы там. Моя жена просто из Актобе. А-а-а. И мы недавно, мы ездили в Актобе, но мы ездили после того, как ты съездил на этих на штуках своих. Ну, круто, слушай, мне очень нравится, смотрю всегда твои ролики. Спасибо. И предлагаю стать киборгом прямо здесь и сейчас за 30 секунд. Я знаю, знаю. Да, я для видео. А. Из Homo sapiens в Homo кибернетикуса. Новая ступень эволюции человека. Пожалуйста. Вот у меня банковская карта, магнит, все. А слушай, работает до сих пор? Ты вроде говорил, что что-то не работает. Да, я ее... Короче, из-за санкций... Прошлое перестало работать. А ты ее заменил, да? Я ее заменил, а, да. Да. На... Здесь сейчас мир установлен. Все, окей. Ты вот. Новую вставил, короче. Да, я вставил новую через тот же разрез. Он еще не до конца зажил, вот. Ну, рад видеть тебя. Не по телеку. Ты хотел сказать, кто а, ты такой. А, Остин Пауэрс. Доктор знаю. Зло. Ты что, не смотрел? Нет. Фига ты. Ладно, знаю теперь, что посмотреть. Живу на две страны. С одной стороны Казахстан. А это что, подожди? Татуировка. А, номер. ИИН. Знаешь, что такое ИИН? Ну, вот. Короче, номер, мой личный номер, на который у меня вся жизнь в Казахстане завязана, он за всю жизнь никогда не изменится. И если, допустим, мой трупак где-нибудь в Египте случится... А, для этого, да? Если меня фура переедет, меня сначала отвезут в Казахстан, а в Казахстане по номеру найдут моих родителей... И узнают, какая у меня оценка была по физике в 6-м классе. Че, поедешь реально в Египет? Или уже нет? Я собираюсь, но там сейчас слишком жарко. Я туда ближе, ну, в октябре, наверное, поеду. Но я знаю, какой контент Ютубу нужен. Ну, давай. Стань киборгом здесь и сейчас. Да. Лев, колдунья и... О, привет! Классное мороженое ешь. Если да. А с чем мороженое? Сейчас мы эту базилик, мята, вкусная. Клубника и мята? Базилик, мята. Базилик? Базилик. И что, чувствуется базилик? Даже кусочки я вижу базилика. Да. А, мне очень нравится базилик, он в пиццу хорошо кладется. Делай пиццу с базиликом, это правильная пицца. Да. Так, тут можно поесть. Деневе. Гелатерия. Деневе. Умами. А, у мамы. У азиатской мамы. А где ваша азиатская мама?
Она дома отдыхает, а мы пашем вместо нее. Приготовила рамен. Рамен. Да, правильно? Это разные вещи. Рамен это Япония, рамен это Корея. А вы-то кто, подождите? Мы Япония. А, Япония. Все правильно, значит. У мамы в Японии приготовила нам рамен. Да. А чем они отличаются вообще? Лапшой и рамен варится в бульоне, лапша, а в рамене лапша добавляется в конце в бульон. Ну, короче, да, очень сложное приготовление этого блюда. А вы рамен или рамен? Рамен. Они рамен, они тоже рамен, кстати. Кто они? Вот соседи ваши. Да, мы знаем. Все, да. Оба рамен. Надо запомнить, ребята. А то я все рамен да рамен. Привет. Тебе что больше нравится, рамен или рамен? Мне еда нравится любая. Ну, ты красавчик, любишь покушать, я вижу. Что? Любишь покушать? Очень люблю. А тут мог бы быть бар, и могли бы попить жигули. Но мы не вовьем сегодня жигули. И не волковские пивоварни. Потому что это душнильский старкон. Здесь нет алкоголя, понимаете? Кофе Бастарт. Барстарт. Привет. Привет, привет. Чего у вас там? Классная лысина. Спасибо, спасибо, братан. У тебя классная борода. Ты старался. Что у вас тут есть крутого такого бастардского? Бастардский смузи. Хочешь? Максимально ублюдски просто. Но тебе понравится. А что за смузи? Я добавлю туда самых отвратительных кислых ягод, но положу туда огромный банан, и поэтому баланс срастется. Банан! Да, и обязательно положу туда еще. А мы любим бананы. Конечно. А ты как банан ешь? Ты отламываешь или откусываешь? Слушай, я не задумывался об этом. А я откусываю. Я откусываю. Я не понимаю вообще предрассудков, что можно отламывать. Это не член, пацаны. Согласен. Это банан. Да. Это фрукт. Не важно, что он выглядит как член. Да, но твой банан будет в смузи. Ты его окунешь туда? Поэтому я его размолю на атомы просто, понимаешь? Поэтому вопрос этот не будет. Не надо, он мне еще нужен. А то жена от меня уйдет. Все, хорошо. Привет, привет. Можете взять у вас интервью? Как вас зовут? Меня Филипп зовут. Отлично. Знаешь, смотрели «Футураму», Филипп? Конечно. Филипп, а вы когда-нибудь хотели попробовать слёрм? Конечно, хотел бы попробовать. Вызывает привыкание, предупреждаю. Есть алкогольная версия, есть безалкогольная. Алкогольная, конечно. Супер, братан! Спасибо большое за интервью. Из чего его делают? Из слизи, из жопы этого чувачка. Там очень много вещей участвует. Ну давай, давай. Первое, мы заливаем слезы Иисуса. Аккуратно. Жижу какую-то наколдовали из жопы. Подходим. Вау. Похоже на... Жижу из жопы, да, похоже. О, видишь, нет. Ребята, мозговые слизи, игры, пицца, Грэнфорд, приходите. Всех любим. Ммм. Значит, наслаждайся. Можно сразу прикрыть. А что добавил? Секрет. Нет, пойдем. Это, что-то. Секрет. Секретный ингредиент с каким-то мужиком. Развел нас, братишка, на какое-то бухло. О, привет! А я тут это, слёрм пью. Не сегодня этот чувак. А что с тобой случилось? Девушка бросила? Монтаж. Чего? Фестиваля. А это моего видео. Вас тоже развели на слёрм, да? Да, блин, капец. Я тоже развел. Мне еще что-то подмешали. Я стала более общительной. Да? Ну, мне он сказал, что какой-то секретный ингредиент есть. Ну, возможно, да. Нормально продает мужик. Нормально, нормально. Согласна. Развел. Ну, я лайк ставлю. Тебе это хоть вкусно? Да. А уже все равно. Я говорю, там что-то подмешали. Мог бы и побольше подмешать. Вполне, да. Наша постоянная рубрика «Ультрафиолет». Привет. Привет, как у тебя дела? Шикарно. Продажи поднялись после моих видео? На первых выездах, да, сегодня как-то чуть-чуть упали. Да? Да, потому что тебя сегодня с утра не было. А почему с утра? Ну, потому что ты с утра к нам не подходила сейчас. Я подходил. А, нет, мы прошли мимо просто. Вот, поэтому у нас продажи упали. Извини. Что-то меня это, понесло куда-то нелегкое. Ничего страшного. Что у тебя новенького, кстати?
Я недавно вернулся из гор, у нас есть новые дизайны. Горные? Нет, не горные. Я вернулся из гор, а дизайны просто новые. Просто. А какие новые дизайны? Есть Китти. Теперь у нас появилась еще такая кошечка. Ага. Что у нас? Есть некоторые аниме-дизайны, которые появились на новых футболках. Ну, Китти надо было давным-давно уже сделать. Да, она достаточно... Респект. Спасибо. Там написано. А надо было, знаешь, как написать «респект»? Как в фильме «Дилер». А как там было написано? «Респект». Ну, там большими буквами, и они еще так... Как этот стиль называется? Ну, она не знает, ладно. Ну, короче, такими. Загугли фильм «Дилер». Хорошо. Давай, «Респект». Фест, как фест, в этом павильоне он больше всего похож на старый StarCon в павильоне. Напоминает больше всего. Ну, из феста с феста одинаковые все стенды и одинаковые все лавки. Практически все одинаковое. И это сделано для людей, которые пришли первый раз. Так что я считаю, имеет место быть. И индустрия, конечно, немножко загибается в этом плане, потому что уже никто не хочет делать. Все хорошо, спасибо. Хотите поучаствовать? Не, я просто очень рад, что все хорошо. У нас все хорошо. И у вас? И у нас. И у нас тоже все хорошо. И девушка очень симпатичная. Да, да, это моя жена. Ой, поздравляю. Да, любимая жена. У меня тоже есть любимая жена, но она со мной не пошла на выставку, потому что она говорит, очень... Ой, какие каблуки. Да. О, мать. Фига себе. Я только заметил сам. О, привет. Сайтама. Привет, привет, привет. Ну что, как она поднимался, девчонок? Да вполне, слушай. И что, поднялся? Сколько поднял? Сегодня не так уж много, 20. А, ты сегодня тоже поднимаешь? Да, что, на таких мероприятиях достаточно. Мне много. Надо, короче, делать видосы на YouTube. Поднимаю 24 часа челлендж. Мне хватает того, что я запустил такой небольшой флешмоб среди своих друзей. Они тоже здесь на фесте. Тоже поднимают. Тоже поднимают, да. Ты красавчик, смотрю. Спасибо. Как да. Насчет того, чтобы повторить? Давай повторим, давай. Севкабипорт для меня это место... Силы. Это место, это самое просторное место для фестиваля косплея. Да, хорошее место. Хотелось бы, чтобы сюда вошел не только StarCon, но еще коллеги из консорциума Epic, EpicCon, AniCon. На улице, чтобы все это было, на улице. Да, еще на улице были, да. А какое мероприятие придет на смену Игромира безработного? Не знаю. Он безработный теперь. Люц, это ты, Люц! А, нет, это не он. Ну вот, я думал, что это Паша. Почти. Ты знаешь Люца, да? Знал, а потом он пропал. А, передай ему привет, если он это увидит когда-нибудь. Ну ладно. Что ладно, передай привет, говорю. Ебать, привет. Паша, привет. Паш, привет. Люц, привет. Мы тебя по тебе скучаем. Но я не знаю его как человека, чтобы по нему скучать, поэтому... Ну так скажи. Мы скучаем, эй. Очень. Да. Возвращайся, скорее. Ура, мы вышли на свежий воздух. Наконец-то Душнилово там закончилось. Мы идем на набережную, пацаны. Идем прохлаждаться наконец-то. Тут Душнилово от нас. От всех, да. И от еще душно там. В самом этом помещении душно. Привет, как вам отдыхается? Отлично. А зачем вы сюда приехали? Да просто погулять. Просто погулять. Как вам это место? Отлично. А мы вот косплей-фестиваль у нас тут. Красавчики. А что за фестиваль? А, косплей. То есть мы переодеваемся в всякую фигню. А, я понял. Всякую фигню. Так что мы не знали. Вы тоже можете переодеваться в всякую фигню и прийти. Знали бы, мы бы тоже переоделись. А вы можете и сейчас. Это все возрасты покорны, так что можете косплеем заняться. Ого. У нее на голове планеты. Вы меня слышите? А где у вас глаза? А рот где? А я ее знаю, я ее знаю. Она не дышит, наверное. Как, как она дышит? Как она дышит? Нет, у нее дырка есть. Круто. Ну, дырки это круто, так что через них можно не только дышать, но и еще много чего делать. Говорить, например, мне в микрофон.
No, no. А ты какая планета? Не знаю, там какая планета. О, привет! Что за мужчины? Привет, привет! Как говоришь, пошел нахуй Эпик, да? Пошел нахер, пикон придурочный. Фу, бля, осуждаю, осуждаю. Кал! Зачем второй раз делал? Одного-то хватит. Я тоже не знаю. Я тоже. Вот, все в камере, хорошее место тут. Вот, все фестиваль пива тут был, очень хороший, да? Да. Слушай, а ты из Казахстана, да? Я с Якутии. А, с Якутии. Ну, кстати, очень похоже на казахский. Моего брата оскорбили тогда. Вон Намджун, да? Вот. Кинджамджун? Да, который вот на Старконе вот бесплатно. Он только подошел. А, это тот, который в кепке? Да. В кепке он, да, был? Да, да. Которого я сказал, он играет в BTS. Да, он на самом деле кореец, вы угадали. Охренеть, да? Да? У вас на глаз. Да, да. Ну я думал, что ты казах, кстати. Многие просто так говорили. Ты просто, да, у тебя акцент казахский. Просто я был в Казахстане, у меня жена из Казахстана, поэтому я с казахами общался, и поэтому у них такой акцент, и ни с чем не спутаешь. То есть этот чел твой брат был, которого я... Ну, он духовный брат мой. А, духовный брат, типа азиат. Да. Ну, ты, надеюсь, не обижаешься? Это он скорее обидит. Не обижаешься, да? Он Намджун, по факту. Подожди, в смысле, его имя Намджун? Нет, его вообще Андрей зовут. А, так он сказал же. Он Югай, у него еще фамилия. А, ну... Охренеть, да? Ну, он обиделся, да? Не, он только весело стал им. Не, ну, Андрей, прости, это была шутка просто. А тебя как зовут? Николай. А, Николай, ну, отличное имя. Ты тоже один из BTS? Да ладно, притворяешься. Слева направо, да? А, Катя здесь, ничего себе! Ничего себе, Катя здесь! Я-то думал, что за фигня? Давай. Даю тебе что микрофон. Говорить? Сделай с ним что хочешь. Что говорить, бля? Я что-то... Ты давно пришла? Супер. Ты давно пришла? Да. Как давно? Ну, прям давно. Ну, где-то... Ты все время здесь сидишь, что ли? Ну, вот, ну, в основном... Я согласен, я бы тоже здесь сидел, потому что там кал. Да. Там кал одно и то же. Полнейший калиш. Мы сняли, фу. Я с Дукалисом вот сфоткалась и... Блин, я опять его просрал. Опять Дукалиса охуенно просрал. Охуенно, охуенно. Сигарой пахнет, я чувствую. Нет, мне надо... А? Ой, балдеж, ой. Смотри. Десятая степень балдежа достигнута. Нахер тебе чоппер? Давай спорт возьмем. Бывший муж? Мне уже интересно. Давай, бывший муж. Что там было с бывшим мужем? В общем, мотоцикл мы взяли. Не совсем тот. Хочу попробовать чоппер. А, чоппер, который вот так стоит? Да, да, но только с моим как ростом. Как придурок, да? Вот да, это для больших дяденек вот так. А для маленьких девочек это вот так. Есть поменьше? Нет, есть поменьше. Подожди, есть специальные чокеры для маленьких Нет, людей? Разные рули. Как ты сделаешь, так и будет. Рили? Как ты яхту назовешь, так она и поплывет. Круто. Так и что, бывший муж-то козел, да? Нет, нормальный чувак. Нормальный чувак. Так что ты его бросил тогда его? Не любовь. Нормальный чувак, но не любовь. Так бывает. Нам разные мотоциклы нравятся. А, то есть в этом смысле? Нам по разным путям, да. Он говорит, ты рулишь и топишь за Харли Дэвидсон, нам не по пути гулять. Пошел ты нахер. А мне нравится Дукати. А мне нравится Иш. Урал, байкер, блин. Да. С коляской. Да, кстати. Ты Цезарь? Да. Не скажешь. Космонавт? Нет, я Остин Пауэрс. Нет, он гей-робот. Гей-робот? Гей-робот, гей-робот. Секс-робот. Гей-робот. Секс. Я помню, я помню. О! Гей секс-робот. Я не... Гей секс-робот, я не возникаю. Раз открыл уже, продолжай. Что ты, блин? Блин, я что-то не посмотрел. Не знаешь, за сколько мы сидр купили? 400 рублей. А может быть два? Волковская пивоварня, сидр, 400 рублей. Вот это удар по семейному бюджету. Это теперь самый ценный сидр, самая сцена, что у меня есть здесь. По цене лапши, да? Лапша сколько стоила? Тоже где-то 400. Прикинь, да? Бля, писец. Ну что, ребята? Рамен. Вот в этой умами. И вот сидр за 400 рублей писец. Что-то вы, ребята, конечно, да. Ой. А лапша, которая была... Ну, то есть, он что, нормально оказался? А лапша из этой же фирмы.
Умами. Да, обычная, она не такая вкусная была. Поэтому фучозу рекомендую, такую обычную. Айчука. Жаль, не лучше? Не такая, потому что плоская. Плоская это этот... Либо яичная, либо гречневая. Блин, хороший рамен. Да? Мне нравится. Не знаю, правда, какой он должен быть. Я увидел, я увидел рамен и такой понял, блин, я хочу. Иногда надо. Что, вкусно? Да, вкусно. С яичком еще. Не слишком соленый, как бывают эти рамены. Он даже практически не соленый, мне кажется. Смотри, вообще нужно было как в закуску, как хлеб есть, а не так, как ты ее замочил. Конечно, я запомнил. Тут какая-то штука такая. Что-нибудь туда добавили, это что? Что-то такое хрустящее, не понял. Но вкусное реально. Как будто сухарики какие-то, или что, хлопья это какие-то. Это лук, скорее всего, жареный. Карамелизированный. Возможно. Да, странно, старком, конечно, в этот раз. Ну, не знаю, не раздражает. Потому что я, наверное, уже смирился, то, что уже все одинаковое. А так все хорошо. Рамен хороший. Мне нравится рамен. Неплохой. Очень много всего. И не раздражающий, и вкусный, не соленый. Хотя он может, наверное, быть... Может, я не знаю, разные, короче, рамены, наверное, есть. Или рамены, блин. Видите, как различаются, так что хрен поймешь. Это рамен. Они здесь сказали, что это рамен. Это именно рамен, да. Ждем экспертов в комментариях. Да, короче, все хорошо. Всем пока. Всем пока.